Итак, всех приветствуем на нашем канале Family Travel. Вот мы сейчас хотим вам показать верхний рынок в Пятигорске. Значит, и снаружи, и, ну и внутри, где какой бутик, где какой торговый ряд находится, чтобы вот так было визуально ясно, куда идти, допустим, если что-то купить, приобрести. Вот мы сейчас подходим со стороны универмага к самому рынку. Вот. Так, по ходу здесь у нас что? Это называется, ну, заходим мы с автостанции. Вот автостанция. Автостанция, такси. В основном здесь одно такси. Маршрутки. Вот. Вот столовая, как дома. Вот эта столовая здесь как дома, которую мы рекламировали. Вот. Дальше. Есть еще столовая по ходу. Кого интересует? Значит, вот столовая следующая есть. Мы, правда, там еще не были, но тоже обслуживает, работает. Так. Столовая Ахтамар. Ну вот сейчас мы будем заходить внутрь рынка. Так, ну здесь кухни мира. Так, вот заходим со стороны. Вот видите, кухни мира, гастромаркет. Теперь движемся вверх. Значит, с правой вот стороны от маркета находится Зендон. А это направление, рынок, допустим, верхний в ту рынок сторону, в ту сторону. Вот Зендон. Это, ну, это обувь. Обувной магазин, да, Зендон. Вот, мы сейчас вот идем между кухнями мира и Зендоном. Вот, если продвигаться туда вверх. Там вдалеке вот находится, ну, все вот эти вот мясной отдел, да? Ну, это вот, вот копчености, колбасы, сыры. Салат и масло. Это тут как бы в этой части, да, находится. Здесь что хорошо нам нравится. Вот. Так, с этой стороны вот мы прошли. Так, давай-ка здесь еще тут пройдем. Вот здесь-то находится, ну, тоже киоски всякие там. Исламский магазин, парфюмерия, женская одежда, семена вдалеке. Семечки продают тут. Семечки. Вот, семечки продают тут. Давайте семечки тогда посмотрим. Раз уж на то пошло. Ну, всякие. Да. Да, вот семечки. А здесь даже птичкам есть. Птичкам. А что, подожди, туда. Значит, тыква. А, тыква двух видов. По 150. Здравствуйте. И отборные, которые крупные. Да. Вот эти же лучше, чем вот эти, получается. Да, но они крупнее. Либо это потому, что они... Это сорта разные. А, сорта разные. Сорт. Ну, поэтому и крупные сорты. А разные. Это вот уже очищенные. Также и семечки. Они где больше, там сорт другой. Сорт другой. Вот, смотрите, это вот будет очищенная. То же самое тыква. Можно взять без... А, да, можно без, уже это... Без шелухи. Да, пожарил уже. Да. А это вот... И ешь ложками. А это простые семечки, очищенные, вот такие. А, вот есть, пожалуйста, еще получше. Тыква гиперлечебная, вот они еще получше. А, так вон еще есть тыква по 500, я не вижу. 500 рублей? Да, тыква. Ух ты, а почему так? Ну, я не знаю разницы. Сильно подороже. То есть, если попробовать, мне кажется, они все разные. А там, может быть, баночка другая, так, по сути. Орехи. А почему вот такая? Нет, там или как? Банки большие. А, банки большие, большие, да? Сорта, по сортам они. А, ясно.
Ну, семечек много, кстати. Семечек может много. Это потом купить домой. Надо их жарить. Жарить? Жарить? Нет, домой. Вот эти вот вроде. Ну ты жарить ты как будешь ты? Ты жарить ты будешь. Точнее, дома домой, жарить? Чтобы жарить? Да, да. Взять он. Перед отъездом это можно. Мешочек. Не такой, в смысле, мешочек. Килограмм. Такой на горб не дотащишь. Дела у меня не отправили. Ну да, да. Это ваш тоже килограмм? Да. А, ну вот здесь и все, что касаемо тоже. Можно взять крупы так, на развес. Вот миндаль. А, казинаки мы хотели спросить. А, казинаки надо. А где здесь казинаки купить уже готовые, уже коробочки, все там? Магазинчики, да? О, там, да? Вот так пройдете, направо и сразу налево. И до конца с левой стороны, ага. Самый последний магазин. Понял. Смотри, черный, первый раз я вижу, кунжут черный. Я видел сюда белый. Вот. Кунжут? Видишь, черный кунжут. Ну, разные. Вкусные, да. Угу. Можно смешать белый с черным. Для выпечки там. Вот есть. Тоже семечек много. Кто? Ну, семечки предостаточно. Вот тоже уже готовые очищенные, да? Это очищенные, да. Хорошие. Так, дальше. Да. Это опять тоже тыквенные. Почему? Это мы разговариваем. Здесь так же, да? Да, везде все. Семечек здесь очень много. Ой, вот видите, семечек. Смотрите, здесь со всех сторон. А мы не видели, заходили, не видели. Со всех сторон здесь много. Это специальная у них тут. Чинарики, а вот что за? Разъясните, что за чинарики. Только продукты. Да. Ну да, да. Допустим, шиповник. А это севок? Лук, это севок. Опять вот он. Севок. Да. Горох, морковь, семена. Ну много всего, да? Даже рожь есть. Вот почем и что стоит, да. Из семян. Вот смотрите. Вот фасоль, например, попугай. Она идет и белая, и коричневая. Она еще названий много, матрешка. Да? А, еще матрешка ее называют. А-а-а. Видите, она цветная. Хорошая? Ну, я это самая. Мы такую не брали. А вот смотри, фасоль, черную. Ласточку. А, ласточка. Ну, так, такая же будет, что ли. Мы брали черную фасоль и такую обычную. Такой не было. Мин черный. Смотри, как много можно купить. Да, 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 да. Да. Сои. А то мы берем маленькие расфасовочки. Кукуруза, горох. А вот лен и льняное масло. А, вон. Которое вообще дефицит считается. Да? Да. Лечебный, правильно. Вот его нужно утром пить по столу ложечкой. Я пью вам. А вот нут. Так что кто хочет, приезжайте. Что за нут? Горох. Ну, нут это, да. Немецкий горох. Это как? Немецкий горох. А горох вон, пожалуйста. 40 рублей полностью. Ну, прием-то хороший, конечно. Так, ну что, пойдем дальше. Так, это значит, мы показали вам отдел семян. Семечки, да. Вот и в этом вот закуточке. А с этой стороны, вот я как сказал, сыры, колбасы, копчености находятся вот в этом здании. Ну, туда заходить не будем, мы потому что сначала снаружи покажем. Все. Да. Здесь тоже сухофруктов много. Вот это вот инжир. А ты посмотри, казинаки можно найдешь. Найдем сейчас. Вот это инжир вот, сухой. Курага, вот. Это пока все это наружу, на улице. Курага четырех видов. Тульские пряники, что ли? Да, тульские пряники. Курага четыре вида. А, курага, да. А там они называют урюк. Урюк. Трех видов этот, а, чернослив. Чернослив хороший, да. Финики три вида. Финики три вида.
изюм. Есть такие финики в наборах. А, уже. Вот они формированные для подарочка. Да, да, да. Так, вот сушеный. Надо взять, да. Это маленький. Возьми. Тоже. Ну, сейчас найдем, если то возьмем такие. Это маленькие, это маленькие. Маленькие. Это самые брали вот такие. Сколько стоит у вас килограмм? Это 400 рублей. Ну, есть хурма, есть королек. Разница. Так, что вот это вот? Это шоколад, что ли, у вас? Шоколад? Да, да, да. Белый, и белый. Почем шоколад? 250 рублей килограмм. Килограмм. А там вот такой тут. Сколько хотите дадим? Один кубик, два кубика, четыре кубика. Ой, хорошо. Рэмбо. Ага. Сейчас приду. Это, знаете, это называется, Кать, кусковой. Ему, когда вопрос о всех, ты боялась, спасила перец. Он рекламная полза. Килограмм бери тогда. До свидания. Катя, а есть еще это белый шоколад? Не надо белый? Ага, 180 рублей. Есть? У меня есть деньги, да? Сара, что? Ну, подскажите, что... А, вот уже, дай, мешочек дадут. А, вот дадут уже. Свои продукты, нальчик лицом поворачивается. Ага, туда. Все, рассказывайте. И все нальчик. Из дорогих начинать или из дешевле. От 250 до 900 рублей конфета у нальчика есть. Целый грецкий орех. Это в белом шоколаде. Вот как глазур берете хороший. 180 Ну, конфет разных калибров. Метеоришка. А эти чуть-чуть простенькие, как Рафаэлки. Если вы не знакомы, можете любое показать пальцем, я дам попробовать. Да. Разве? Ну, конечно, не знаете. А если мы покажем пальцем? Ну, это уже не конфета, а это плитки. Ну, хорошо, вот пальцем. Да. Ну, можно, да, попробовать? Ну, так дадут, видишь. Пополам не имеет. Да. Хорошо. А мы откусим ее. Да ладно, пусть это. Да, она с ногой, что ли, там. Ой, а вкусная такая, я уже вижу. А если понравится, то будем брать. Да, идеально хорошая. Это миндалем. Есть фундуком, есть грецким орехом. У нас смотри, нет такого. Смотри, какая внутри. Интересно, она. Только посмотри. Она с чем, говорите? А, это вы прямо в эфире, а я болтаю. Нормально. Люди будут хоть смотреть. А ты знаешь, на днях были ребята испанцы, они снимали, говорят, мы хотим показать в нашем городе, что такие есть в Кавказе, в магазине. Говорю, да покажите. Конечно. Они все сняли. Реклама надо. Если как-то называли канал, можете найти, мы покажем. Я говорю, нет, вряд ли, но покажите, мы рады. Конечно, конечно. Ты иди пока там снимаешь. Вот это целым фруктом, то есть здесь фруктовый. Вот что это вот за конфет первый раз видел? Курага, чернослива. Это пастила, это бочонки. Его открываешь, вот так кусок два получается. А, вот такой. Бочонок, да. В каждом конфете два кусок. В каждой конфетке два получается, две штучки. Да, открываешь бочонок, на два части делится. Вот так вот тут постоим. Вот это даже первый раз получили. Спрашивают про фасоль, что банка 130 рублей. Угу. Вот, допустим, взяли, да? Угу. 5 штук таких, 2 штук таких, 10 штук таких, ваше желание. Сама обслуживана, можешь сама пакет взять, сама набрать. Ты пока там делай. Полчаса постоим, наедимся. Да, можно. Так. Так, здесь, значит, вот на улице еще. Киоски. Чайный рай, кофейный дом конфеты. Ну вот, что видите, смотрите. Алло!
Дэл. Так, значит, дальше. Вот еще один киоск с конфетами и с чаем. Чай вон, смотри. А вот, почем интересно? Чай. Вот такой кусочек, да? Вот этот кусочек, вот плитка 350. 350, а там у нас? Махачкале. По 300, парень. По 300, да. Ну, так, я еле-еле с ней выпила. Чай очень хороший. Это самый лучший чай, да. Ну-ка, он такой его же. От давления брать. Вот этот чай брать от давления. Угу. Здесь другой знак, но это калмыцкий. Это как кумыцкий? Кумыцкий, калмыцкий. Калмыцкий, да. Мы его пьем, кстати, вкусно. Да, мы взяли уже. Добавляем туда. Ну, таких две плитки взяли. Ну, плитки взяли. Так что... Хороший. Да. Угу. Ну это что же зеленый? Зеленый. А у вас какой еще есть? А у вас пачка? Зайди, покажи. Ну-ка. Покажи. Есть вот с горчинкой. Это мягкий. Это такой и крепкий, и мягкий. Это подороже. Mm. Зеленый, да? Это зеленый, да. Есть титен. Вот. Есть с этим, с как его, с соусепом. С этим фруктом, с кусочками. Очень вкусный, тоже 300 рублей. Понятно. Вот еще есть чай. А это уже ниже чай какой? Это все цейлонские чаи. Ну, эти по 280 вот. Вот это 280 тоже. Ганпаудер. Угу. Понятно. И вот еще здесь. А с этой стороны уже кофе. Кофе там, ценники кофе. Там на витрине. Там зерно есть всякое. Ну вот кофе такое у них. Здесь мы уже молотое. А молотое надо? Это молотое? Это молотое, нет, вот, например, это молотое. Растворимое с молотом. Растворимое с молотом. А да? Если вам молотое надо, вот, пожалуйста, mm-hmm. целый этот. Вот. Это все молотое. Это молотое вообще. Ну, разное, там вот чай. Это чай 100 пакетов. Это тоже и крупнолистовой большой. Да, да? И супер-пиковый, все есть. Ну, тоже много. Чая очень много. На любой вкус. Да. Да. Ну ладно, спасибо. Здесь вот тоже. Ну, это, по-моему, сторона вся, значит, в конфетах и чай, конфеты, кофе. Кофе, чай, все. Да, да. Ну, ассортимент раз. А сгущенка есть у кого-нибудь? А, вот калмыцкий чай можно купить в пакетах. А, он уже такой. Мягкий. Да. Он уже в пакетах. Он, наверное, пакет пакетированный. Три, да, пакетированный, три в одном. Можно, как вы говорите? Можно поинтересоваться, что вы делаете? Делаем. Сейчас. А ты снимай пока. Хорошо. Так. Саша, ты будешь... Так, здесь, значит... Так, дальше. Вот справа мясье колбасье. Там мясо, значит, продают. Свежее. Так, вот. Направление. Где что находится? Мясной направо, рыбный направо, мебельный, Кухни мира налево, пищевой направо. Так, он сказал, что здесь вот где-то казинаки. А это уже посудный. Да. А там точно ничего нет. Да, там уже у них эти склады. Пойдем по центральному. Не поет ли Ваня? Седьмого или девятого? Так. Ну, направо это. Копчености, так, сырый, мед, молоко, все.
Вот колбасье, это вот я говорил тут, колбасы и мясо свежее. Вверху немножко. А, сейчас булочки закончим. Булки. Значит, овощи, фрукты справа. Как поднимемся, поднимаетесь по лестнице, сразу вот справа овощи, фрукты. Чуть слева находятся булки, свежий, хороший хлеб на любой вкус. Вот справа еще рыбный ассортимент. Так, мы сюда ходим булки покупать, но здесь хорошие вкусные булки. Так, вот значит слева здесь молочные продукты, Сила Кавказа, сувениры, шоколад, бытовая химия. Так. Вот эти булки, которые мы берем, багеты французские с кунжутом и сыром. Все свежее, все только вы пекли. Вот разные цены. Читайте. Вот хлеб хороший, деревенский, большие такие. А здесь уже самса, разные с говядиной, с курицей, слойки. Цена вы видите. Курники. Так. Ну, в общем, вот такой. Прям. 600, 700, 800, 900. Очень вкусный, очень вкусный. Так, ну вот, купили хлеб. Сейчас движемся дальше. Ну, пойдем еще пройдем. Народу много. Так, это рыбный павильон справа. Деликатесы Кавказа. Вот здесь. Да, это уже идет ближе туда к вещевому рынку. Здесь уже пошли чисто вещевое. Какое здесь украшение? Куличи. И вкус какой, и не в картоне, ничего, вес, и все. Вот. По 100, по 80, по 50. Да. И вот такой ассортимент. Так, когда у нас? У нас 2 числа Пасха. Нам надо будет взять, поставить на стол. Вы здесь будете до какого? До какого будете? В субботу буду тоже. Последний день субботы. Ясно. Они с изюмом даже видно. Вот видите, изюмчик? С изюмом. И такая у нас выпечка. Вот там стоят, и даже видно, как понамазаны, как что. Они сдобного типа или просто хлебного? Конечно, сдобные. Сдобные. А то есть, которые с хлеба делают. Просто хлеб и сверху вот так. По-разному. Они хорошие. Мы поэтому с ними прятать не стали. Возьмите для пробы маленькую. К чаю взять. Ну, возьмем, чаю. Сейчас обойдемся. И таскать ее. Ладно, сейчас, сейчас придем. Так, ну что, вверх или туда опять? Ну, все наверх. Здесь что, текстиль? Посуда. Так, вот текстиль, посуда.
Так. Там, значит, вещевой вот. С этой стороны шерстяные изделия. Бытовая техника. Сейчас мы пойдем в индийский магазин. Покупать там необычные зубные пасты, крема индийские. Здесь выставка индийская открылась. Прикрытие числа не будут. Что-нибудь купишь. Ладно, мы уже так, здесь 1000 мелочей пошло уже. Да. Все, ну как обычно. Вот, прошли по центру сквозь вещевой рынок. И можно здесь ориентироваться, где что налево, где что направо. Вот отсюда, вон кухня мира впереди. Мы оттуда вышли, вот по центральной этой, и пришли сюда. Значит, слева, справа там разные будут. И мясо, колбасы, в общем, так далее. Сейчас уже пойдем закупать себе. Да, продукты. Ну, всем пока.